Привет, друзья! Это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. На этой неделе мой помощник и друг вот такой вот монстр. Обновленная Toyota Hilux, которую нам предоставили наши друзья, партнеры Toyota Центр Прикамья на шоссе космонавтов. Друзья, записывайтесь на тест-драйв, катайтесь, пробуйте. И поверьте, эта машина не только для поездок за город, она и в городе вполне себе, и в ней комфортно. Поехали! Друзья, мы вновь находимся в индустриальном районе. Почему вновь? Потому что мы здесь были в пятницу на пересечении улиц Мира и Кавалерийская. Дело в том, что прямо на пешеходном переходе в конце июня, по словам местных жителей, это было именно в конце июня, произошел обвал. И вот, собственно, приезжает сюда инспекция, глава района сюда приезжал, но ничего сделать пока, увы, не могут. Вот мы решили выяснить, в чем же все-таки причина. Они делают вот по какой причине. Потому что не могут выяснить, из-за чего произошел провал. Приехали сегодня, вот за камерой сейчас эта машинка стоит, мы ее обязательно покажем. Приехала компания «Новогор Прикамья». Они проверили трубу, она целая. Значит, провал произошел не из-за этого. Еще одна из причин – это то, что подушка, ну, когда делали ремонт, просто оказалась очень слабой. Поэтому, собственно, все провалилось. Но знаете, что самое-то печальное? Печальное то, что никто здесь ничего делать не будет до тех пор, пока не выяснят, из-за чего произошел провал. А прошел уже месяц, между прочим. Вот такие вот чудеса. И сейчас, кстати, здесь мы были в пятницу, было, конечно, намного суше. Сейчас прошли дожди, плюс еще компания «Новогор Прикамья», как я понимаю, тут все раскопала. И видите, какой пешеходный переход? Вот в моих белых кедах здесь, конечно, уже не пройти. Нет, пройти-то, конечно, можно, а вот потом, придя на работу, придется мыть обувь. Тоже не хочется, согласитесь. Вот такие вот неудобства. Но я уже говорил, хорошо, что хотя бы есть ограждение. Никто, я надеюсь, не свалится. Ну и подальше детей держите от этой ямы, она достаточно глубокая. Вообще, конечно, вот сейчас решил прокатиться по улице Мира, можно сказать, одна из основных дорог индустриального района. И проезжая часть, конечно, оставляет желать лучшего. Даже вот на такой большой машине, как Hilux, чувствуется, что дорога неровная. И если глубоких ям нет, то колея присутствует, ну, практически вот по всей проезжей части, начиная от Стахановской до ипподрома. Сейчас специально остановились на пересечении улиц Мира и 9 мая, чтобы показать, какая здесь проезжая часть. Но вот не могу не обратить внимания на переезд через трамвайные пути. Очень много, конечно, в городе среди автомобилистов нареканий по этому поводу. Вот идеально, знаете где? Это там, где построили новые трамвайные пути, пересечение улиц Сибирская и Революция. Вот так должно быть, конечно, везде. Но, увы, пока не так. Вот, пожалуйста, здесь вроде бы как бы переезжать, конечно, можно, но в то же самое время, посмотрите, плиты уже расходятся между рельсами, а в некоторых местах вообще огромные ямы. Поэтому тут особо и комментировать нечего, все наглядно. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения, удачи на дорогах, будьте здоровы. Пока.